ГПУ обыскивает Укрзалезницу из-за масштабных хищений. Обыски проводят у одного из замначальника локомотивного хозяйства. По данным прокуратуры, чиновник нанес государству ущерб на сумму 12 миллионов гривен. Он использовал свои полномочия в пользу третьего лица, а именно закупил продукцию ненадлежащего качества. В ГПУ фамилию подозреваемого пока не называют. Зловживание. Суми в кримінальному провадженні вони досліджуються на сотні мільйонів. Підозру наразі оголошено за розтрату 12 мільйонів гривень.